my friend. You could cut ties, but all the lies that you've been living in. And if you do not want to see me again, I would understand. Здорово, ребята! Надеюсь, у вас все классно. Погода снова жаркая. Я попытался намазаться какой-то тоналкой. Надеюсь, я не буду блестеть, потому что у меня нет большого монитора, в который я могу потом посмотреть, как я выгляжу. Так вот, песня называется «Jumper». Я ее увидел когда-то в фильме, услышал, вернее, от Джима Керри в фильме «Yes, Man», то есть «Всегда говори да». You can put the past away. Wish you would step back from that ledge, my friend. I could cut ties for all the lies you've been living in. Yeah. And if you never want to see me again, I would understand. I would understand. Также с этой группой у меня ассоциируется фильм «Американский пирог», где была такая замечательная актриса Шеннон Элизабет, что более знакома многим людям под псевдонимом, вернее, под именем Надя, героиня которой была в этом фильме. Это классное время калифорнийского панк-рока, добрых песен типа Blink 182 и так далее. В общем, почекайте. Так, ну, во-первых, нужно отблагодарить вас за большое количество комментариев и объявить победителя, который придет ко мне на урок. Я откомменчу ему там, внизу в комментах под предыдущим выпуском, и уже в следующем блоге вы увидите его. В курсе, что твой первый концерт, когда мы в Лужниках с тобой играли, был в моем влоге? Может быть, ты из-за этого стрельнул? Может, я не из-за этого не стрельнул? Я предлагаю, как бы, я тебе примерно 50% от стримингов отдать мне. Ты согласен? Антон! Привет всем! Как ваше впечатление? Это саундчек. Саундчек. Здесь саундчек. Васяны Артур. Расскажу вам немного про эти плексигласовые экраны, акриловые. Все их называют по-разному. Я, честно говоря, не знаю, чем они отличаются. Мне кажется, одно и то же. Я, если честно, вообще их не люблю, как и многие другие барабанщики. Ставят их по причине того, что звук тарелок, как правило, лезет в микрофон вокалиста, но лично мое мнение заключается в том, что, как правило, к сожалению, многие артисты не умеют давить, то есть петь на опоре. Любой человек, который занимается немножко вокалом, даже я со своим кривеньким голоском, знает, что нужно давить. Сейчас я говорю с вами через микрофон, своим голосом, и вы его прекрасно слышите, потому что я давлю. Но если я буду говорить вот так, это будет, конечно, не очень понятно, правильно? Тогда микрофон разгоняет с помощью гейна, то есть подает на него большее количество электричества, и он ловит большее количество сигнала. В таком случае тарелки начинают лезть. Если площадка достаточно большая, я вообще не понимаю, на кой хрен ставить этот экран. Плюс это доставляет лично мне большой дискомфорт, не знаю, как другие ребята, может быть, я с кем-то пообщаюсь на эту тему в будущих выпусках. Из-за того, что отражение от экрана приходит в овера, у меня всегда в ушах очень странный микс. Я тогда овера у себя убираю и вообще практически их не использую, потому что все как-то смешивается и становится громко, некрасиво, и куча тарелок в итоге у меня. Такая фигня. Немножко про трюки с палочками. Я обладаю небольшим арсеналом, умею там делать буквально 3 разных проворота в разные стороны. Я небольшой фанат этого действа, потому что мне кажется, все превращается в некий цирк. И в целом
есть ребята, которые это делают на постоянке. Например, Золтан Ченни и вот чувачок, который играл в ZZ Top. Я вам сейчас сделаю две вставочки, посмотрите. Просто типа круче них, но уже не сделаешь. И я не вижу смысла. Thank you.
Хочется немножко рассказать про кавер на Джа Калиба, который я делал, и почему, скорее всего, я каверов больше делать не буду. Во-первых, это довольно геморройное занятие. Это 13 каналов микрофонов нужно выставить, потом все это свести, а сводить я не умею и учился сам выставить свет. Тут кое-как я две лампочки выставляю для записи влогов, вроде ничего получается. А когда ты за барабанами, все немножко сложнее. Плюс камеры выставлять, где-то садится батарейка, на GoPro у меня в итоге карта отлетела, потому что я не форматнул, вечно что-то забываешь, короче. Но если вам интересно, под кавером, по ссылке вы можете скачать мультитреки и там поджемить со мной, либо просто, если охота, посводить, позаниматься чем-то, пожалуйста, welcome. Также хочется отметить, почему, например, я не смотрю вообще кавера на YouTube, я имею в виду драм-кавера, даже от таких матерых чуваков, как Люк Холланд или там Мэтт Магуайр. Мне не очень близок современный уровень продакшена, потому что вообще они делают конкретно прям продукт. То есть это квантайз, то есть полное выравнивание. Это, как правило, сэмплы. Не как правило, а вообще всегда сэмплы, потому что живые барабаны, если вы когда-то их слышали, они вообще не звучат так. Там просто выстрелы из пушки какие-то. Мне очень близка живая игра, живое дыхание барабанщика. И я чем старше становлюсь, тем больше слушаю, наверное, старых барабанщиков, таких как Калаюта или там Тони Уильямс, например. Мне очень нравится, когда барабаны дышат и когда ты чувствуешь душу человека, как бы это пафосно ни звучало. Опять же, если вы скачаете мои мультитреки, можете вставить их в сетку, там есть темпы, все подписано. Вы посмотрите вообще далеко не идеальную игру человека. Да и вообще все, что касается живой игры барабанщика, лично для меня представляет интерес, если это снято с обычного телефона, либо камеры. Это очень классно, потому что чувствуешь живое дыхание, живое настроение и причастность к событию. Посмотрите, сейчас пару видосов приложу, пускай это будет Конор Деннис, Дэйв Диченза, ну, может быть, Калаюту прикреплю. Это просто чума, оставлю ссылки под видео, гляньте. Если присмотреться, Конор Деннис в этом брейке наиграл немножко кривовато, но ничего страшного, главное, сохранен фил, ощущения и вообще, ну, мощь какая-то, энергетика безумная, как будто буйвол просто несется. А насчет выбора трека хочется сказать следующее. Многие написали, что Джа Калиб это лютая калина и все в таком духе. Так вот, хочется сделать такую заметочку. Во-первых, музыка в принципе вещь очень субъективная и существует она только в тот момент, пока вы ее слышите. Например, была такая песня Дима Билана «Время река». Сейчас я вам поставлю отрывок, который звучит на альбоме. А потом я вам поставлю отрывок, который я когда-то увидел в клипе, где играют живые музыканты и на барабанах, в частности, Алексей Козловский. Это очень классный русский барабанщик, который до сих пор живет в Москве и играет со многими ребятами. Я лично с ним знаком, имею честь. И послушайте просто, насколько песня расцвела и стала классной. По течению плыть, плыть, я буду верить.
Че, пацаны, вот очередной выпуск «Бизнес-молодости». Погнали, посмотрим, что у нас поменялось. Ремонт продолжается. Как обычно, все затягивается, все задерживается. Но это нормально. Пойдем посмотрим вовнутрь. У нас, значит, что появилось? Во-первых, это классная тележка. Кровлю доделали. Это уже хорошо. Там появились, наконец-таки, белые ворота. Пойдем смотреть их. То есть, значит, у нас образовались двери, наконец. Они покрасятся со временем. Сейчас это, конечно, похоже на офисный кал. Нам нужно, чтобы было модно и красиво. Но это со временем. Все, пойдем дальше. Тут как бы процесс запущен, да? У нас видно, куча стройматериалов здесь валяется. Вот окна, про которые я говорил. Пойдем посмотрим. Мы их укрепили швеллерами. Ну, не мы, а ребята, которые классно умеют работать руками. Вот наши окна. Потом фанера сзади, соответственно, отвалится. Мы ее уберем. И будет классный вид на улицу. Раз, два, три окна. То есть будет классное светло. Здесь у нас зачатки кухни видно. То есть это все тоже, соответственно, будет как-то задизайнено. Пока что это просто гипсокартон и всякая ебанина. Пойдем смотреть туалеты. Вот я уже вижу, как я иду писать. Какой выбрать из трех? Пописываю-ка я здесь. А, хорошо. А теперь я захотел какать. О, неплохо. А это душ. О, хорошо. Вот, кухня делается потихоньку. Здесь поставили основу кирпичную. Пойдем смотреть. Соответственно, здесь какие-то зачатки кухни. Сейчас пока не очень интересно, но будет все понятнее в ближайшем будущем. А у нас есть вход здесь. И, соответственно, есть еще окошко. Там будет take-away. Люди смогут забирать еду с собой. Бизнесмен Андрей. Всем привет. Расскажите, пожалуйста, что-нибудь. Да, интересное. У нас сегодня состоялась очередная встреча. Мы обсуждали дизайн логотипа. Это на самом деле непростая задача, потому что у всех разный вкус. И мы хотели, чтобы дизайн логотипа передавал ощущения от нашего будущего заведения. Но вроде мы наконец-то выбрали финальный вариант, поэтому сейчас будем заниматься параллельно со стройкой, разработкой сайта, дизайном меню. У нас уже есть шеф-повар, который в ближайшее время нас позовет на первую пробу блюд. Вот это все очень интересно. Вот мы это делаем первый раз, поэтому максимально... Поэтому максимально стараемся все делать круто, осмысленно, чтобы в каждой мелочи присутствовало наше духовное, душевное тепло. Наше рокерское душевное тепло. Наш рокерский дух. Ладно, пойдем дальше посмотрим. Экскурсия небольшая в зону, где будет сцена. Да, вот окна появились еще здесь. Лучше показывать их со стороны улицы, конечно, потому что свет так падает. Здесь, короче, образовался туалет. Ну, как образовался, его там еще нет, но он будет. Там гримерка. Как я говорил, здесь сцена. Не очень большая, но уютная. Да, еще стены от песка струили, поэтому сейчас уже все выглядит гораздо более круто. А это бар, если что. Вот это будет бар. Вот уже потихонечку, потихонечку все идет. Соответственно, тут все зашили гипсокартоном. И здесь. Так, Андрей, расскажи, пожалуйста, почему здесь эта надпись? Ну, у нас просто был бизнес-проект, мы запустили туалет на улице. Вот можно было посидеть на прохладе с прекрасной тенью от сосен. Вот здесь можно было посидеть. От сосен? К сожалению, бизнес закрылся, потому что туалет не работает. Да, ну, как бы случаются факапы. Это большой бизнес, извините, ребят. Не работает. Это для тех людей, кто, как бы, наверное, шел и подумал, что он работает. Такой, присяду-ка я на дорожку, но ничего не вышло. Да, бизнес был смыт в унитаз, короче. Короче, у нас здесь есть еще классные елочки. Со временем мы сделаем тут веранду, и будут маленькие летние джазовые концерты. Вот такие. О боже, что это? Это же новые классные окна. Вот, уже одно окно здесь есть. Да, вот окошечко. Вот. Соответственно, вот второе. По нему примерно понятно, как все будет выглядеть. Много света, очень уютно. Заходите к нам. Уже скоро открытие. Планируем в августе стартануть. Я думаю, 15-20 уже можно будет посмотреть, что здесь и как работает. Ну, я вот слабо верю, ну ладно. Ну да, я тоже слабо верю, но надо быть оптимистом. Я оставлю на сентябрь. Хорошо. Сентябрь горит, убийца плачет.
Короче, сегодня наконец нам заделали вот эту дыру. Дыру. Потому что была страшная дырка, и вообще как будто новая. А потом все это отшпатливается и будет по красоте. Вот, ворота тоже поменяются и будут тоже красивые и классные. У нас еще есть подвал, сейчас мы его покажем. Ну, погнали, подвал скроем. Тут уже идет дискач, как вы видите. Вот. Учитывая, что мы пока тратим все ресурсы и денежные, и физические на помещение сверху, здесь мы пока не придумали, что делать, но мы нальем пол сюда уже, бескоструили стены. Смысл какой? Я думаю, что мы, наверное, сдадим его в аренду под что-то. Так что, если вы вдруг хотите арендовать 160 квадратов в центре Москвы, можете написать мне в личку. Пойдем покажем помещение. Мне кажется, здесь можно забабахать неплохую рюмочную, да? Здесь бар поставить. Тут, кстати, есть еще отделенная комната сразу же. У меня были планы сделать там еще реп-базу, но мне кажется, никто меня не поддержит. Ну, либо как минимум там можно кухню сделать. Ребята, в прошлых выпусках вы попросили разобрать пару брейков из моих видосов. Сейчас я это сделаю. Проблема заключается в том, что часто барабанщики, когда играют во время процесса, я не мыслю буквально словами, то есть right, left, kick, kick, left, left, right, right. Я просто играю какую-то фразу, которая в данный момент в контексте, как мне кажется, подходит под музыкальную ситуацию. Поэтому я просто изъял их из предыдущих выпусков, и сейчас мы попробуем что-то разобрать медленно и быстро. Первая фраза очень простая, на самом деле. Ее можно играть с разных рук. Первый вариант это right, left, left, kick, kick, то есть... Также вы можете играть ее с левой руки, то есть left, right, right, kick, kick. В таком случае я играю левой рукой римшот. Правой добиваю две ноты. Очень классные комбинации, можно играть таким образом. То есть у нас пятиударная группа, это всегда интересно, звучит в контексте музыки. Не что-то квадратное, то есть по 6 или по 4, то, что делится на 2, а нечетная группа, которая... Иногда уместно и очень прикольно подчеркивает какие-то моменты. Зацените. Можно сейчас с каменным лицом сидеть. Вторая история вот такая. Это right, left, right, right, left, left. Соответственно, зацикливаем. Если играем через малый, стараемся акцент выделять римшотом. После этого, соответственно, вставляем два кика, то есть... Можно чередовать с двойками, то есть... Получается такая история. Ура! Дорогие друзья, барабанщики, неважно, девушки, мужчины, бактерии,
стафилококки и кто угодно, кто играет на этом замечательном инструменте. Надеюсь, этот урок вам был полезен. У нас тут очень жарко, 27 градусов в Москве, в подвале, я сейчас умру. Вот. Занимайтесь, мне всегда приятно, что вы комментируете. Если что-то понравилось из выпуска этого по грувам и фишкам, пишите тайм-код в комментах, разберем обязательно в следующих выпусках. Ну что ж, вот и этот выпуск подходит к концу. Надеюсь, вы провели это время с пользой, и я подарил вам немного позитива в это непростое время. По сложившейся за два выпуска традиции, хотел бы процитировать напоследок вам стих. В этот раз это будет Высоцкий. Один музыкант заявил мне пространно, что будто гитара свой век отжила. Гитару заменят электроорганы, электророяль и электропила. Электророяль мне, конечно, не пара. Другие появятся, с песней другой. Но кажется мне, не уйдем мы с гитары в заслуженный и нежеланный покой. Целую, пока.